ротик открыл, закрыл. Молодец. Для меня лично означает этот праздник, что спасение, о котором идет речь, и, собственно, ради которой была жертва крестная совершена, да, это спасение от греха. Когда мы охвачены гневом или там охвачены страстью, очень четко русский язык фиксирует, да, наше состояние «охвачен», то есть как оковами какими-то, да, а любовью мы переполнены. Так вот, вот об это, от этого охвата спасения оно состоялось, поэтому мы радуемся. Вот, собственно, это и означает для меня лично праздник. Для меня лично это олицетворение семейных традиций. То есть это семья, это ценность, вот любовь, примирение, взаимопонимание. Для меня то же самое. За меня жена все сказала. Мне уже 80 лет. Но я пришла и отстояла службу нашему великому Господу Богу. Чтобы были добрыми. Самое главное, вот добрыми, чтили, чтобы не было войны. Вот самое главное для меня. Будьте здоровы, ребятки! Илья Кочетков, Николай Шилко. День с толком.